Здравствуйте, а можно вам задать один вопрос? Скажите, пожалуйста, вот уже совсем скоро зима, как лучше согреваться в холодные зимние вечера? Ну, как сказать, каждый по-разному согревается. Мне, например, нравятся тусовки, там действительно жару даешь. Спасибо. Под хорошее кино, горячим чаем дома под пледом. Так, ну, наверное, теплыми вещами, хорошим одеялом. Один вопросик можно вам задать? Как или чем лучше согреваться холодными зимними вечерами? Ну, как чем? Не знаю. Вы имеете в виду на улице или в квартире? Ну, где угодно. Вот вы чем согреваетесь обычно, когда вам холодно зимой? Я тепло одеваюсь, и все. Девушка, скажите, пожалуйста, как или чем лучше согреваться холодными зимними вечерами? Ну, наверное, когда близкий человек рядом. Или, ну, дома там, лежа в теплой постели с каким-нибудь сериалом. Ну, лучше всего согреться свитером теплым. А ты как думаешь? Выпить горячего чая. Кофе горячий. Не знаю, чаем, наверное. Чаем? А вот детей чем греете? Любовью своей. Спасибо. Как или чем лучше согреваться холодными зимними вечерами? Поцелуем. А вы как думаете? Ну, любовь сближает и согревает.